Добрый день, уважаемые жители. Хоть и подзамерзли немножко, да? Нет? Нормально, я тоже жду. Да, чаем согрелись. Ну хорошо. Я хочу, конечно, сегодня вас всех поздравить, потому что многие ваши семьи сегодня получат ключи. Ключи от долгожданного жилья, которого многие ждали не один десяток лет. И действительно, мы постарались, чтобы то жилье, которое мы строим по программе, инициированной президентом России Владимиром Путиным, чтобы это было жилье комфортное, чтобы это жилье было качественное. И вы знаете, я вот вчера выступал на заседании правления фонда реформирования ЖКХ, через который выделяются в том числе федеральные деньги на реализацию этого проекта. И мы обсуждали очень важный вопрос, конечно, это вопрос того, что мы должны переселить людей не из старых бараков в новые бараки, а мы должны переселить людей из бараков в нормальное, качественное, хорошее жилье, которое будет пользоваться спросом. Это жилье, в котором вы можете совершенно спокойно проживать, получать качественные услуги жилищные. И что самое важное, конечно, это ваше имущество. Это то имущество, которым вы можете распоряжаться, это то имущество, которое вы можете подарить своим детям, внукам. Ну, в общем, вы все это имущество заработали. Потому что большинство людей, которые у нас переселяются, это в области, это жители шахтерских поселков. И, конечно, люди натерпелись, что называется. Я всех поздравляю вас. У нас программа большая. Всего 320 тысяч метров квадратных нам нужно переселить за 3 года. Конечно, это такая задача очень тяжелая. Из Центрального федерального округа это самый большой объем. И мы 7-е в стране по объему жилья, которое мы должны построить и передать вам. Уверен, что мы с этой программой вместе с вашей поддержкой справимся. Хочу сказать, что программа финансируется на сегодняшний день 50% это деньги Российской Федерации, 50% деньги Тульского областного бюджета. Поэтому, когда будете видеть Тулика, всегда здоровайтесь, улыбайтесь ему, помните, он своим рублем проголосовал и выделил вам на вашу квартиру, там, где вы будете жить, это вот есть толика каждого из нас. Поэтому я всех поздравляю. И очень надеюсь, что вы в этом жилье будете жить, а не продавать его. Хочу, чтобы вы здесь жили, чтобы жили ваши внуки, дети. И хочу, чтобы жителей Тульской области становилось больше, а не меньше. Поэтому всем вам желаю еще и здоровья. Спасибо. Это у нас совместно заселенные, правильно? Да, это заселенные. Там у нас тоже все заселенные. Это последний остаток, да? Да, в этом квартале. Здесь еще будет квартал. Здесь уже первый этап специальных работ, сантехника, электрика выполнена, штукатурная работа 100%, плотничная работа где-то 90%, уже 50% обои наклеили, готовность высокая. Сейчас кровли клеим, отделочные работы ведутся, уже мелочь. Ну и считаем, что где-то к числу к 20 июля 100% будет готов, а мы можем где-то к 1 июля отдать под заселение. Да. Ну вот через месяц будем также включить здесь. Ну, у нас так вот получается. Ну и сами вот можете посмотреть, вот эти два дома. Помните, мы сюда, когда первый раз приезжали, вот я уже журналистам говорю, вот на тот дом мы как раз ключи вручали. Помните, к нам подходили люди, вот эти вот щитовые домики, тогда как раз. Вот эти два дома у нас тоже под снос идут. Да. Да, оба сносятся они у нас. Да. И на их месте тоже еще будут, да, строить, еще да? Еще один здесь, да, два блока поставим.